Следственный комитет заявил об успешной операции, проведенной совместно с управлением КМВД и ФБР. Пресечена деятельность интернациональной группировки по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения. В состав «Андромеды» входил и житель Гомельской области. По заключению экспертов, его программа является трояном и позволяет фиксировать действия пользователя, собирать сведения о логинах и паролях, использовать их для доступа к аккаунтам, а также дистанционно осуществлять хакерские атаки. Возбуждено уголовное дело.